Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Яна, и мы находимся в магазине «Светофор». Это станционный 34 «Коммунар». Давайте смотреть, что нового сюда приехало. Не забывайте подписываться на мои группы в социальных сетях ВКонтакте, на Дзене, на Рутюбе. И в Телеграме небольшая группа, но полезная группа есть у меня. Туалетная бумага «Релакс» двуслойная, 8 рулонов, 28 метров, 100% целлюлоза, 135,78. Уже получила на нее первые отзывы. Пишут, что тоненькая. Если вы не согласны, конечно, ваш отзыв мы тоже ждем. Стиральный порошок «Вьюга» 9 килограмм, 358 рублей 16 копеек. Судя по тому, что разбирают его каждый раз очень быстро, значит, достойный стиральный порошок. И судя по размеру палета, и в этот привоз его уже очень скоро не будет. Также в этом магазине есть вот эта белизна. Нового поколения в таблетках, 30 штук. У меня подписчики писали, что очень удобная вещь. 84,37 за 30 таких таблеток. Средство для мытья посуды «Капля Супер». Новая поставка, 1 литр, 77,75. Ее цена, но на это средство разные отзывы поступают. Кто-то пишет, что плохо пенится, плохо отмывает посуду. Кому-то оно нравится. Вода «Dream Nature» мицеллярная для всех типов кожи. Это новая поставка. 500 мл, 52,68. Полное очищение, удаляет макияж, не требует смывания и усиленного трения, подходит для всех типов кожи. Повторюсь, здесь 500 мл производит ее Санкт-Петербург. Раньше эта вода приезжала немножко в другой упаковке. И еще одна новинка, выгрузили ее только что. Опять же, не могу указать вам цену, к сожалению. Завтрак «Чемпиона» мясное ассорти. Здесь 7 килограмм. Полнорационный экструдированный сухой корм для взрослых собак всех пород. Фарш мясной, мясная мука, субпродукты, в том числе говяжий, не менее 4%. Злаки и продукты их переработки, пшеничная мука, кукуруза, рис. Белковые растительные экстракты, дрожжи, животный жир, растительные масла. Витаминно-минеральный комплекс для собак, витамины А, Д, Е, группа В, H, минералы, железо, медь, цинк и марганец. Здесь производитель Московская область у этого корма. Мыло туалетное банное 200 грамм, 35 рублей 48 копеек. Здесь производитель Москва. Покажу и средство чистящее Адриэль Экстра 850 миллилитров. В комментариях только пока положительные отзывы на это средство. 89,32. Его цена, это средство чистящее антижир. Универсальные вискозные 60 штук, 25 на 30, 105 рублей. Здесь эти салфетки приехали в разных цветах. Оранжевые, зеленые, всякие разные. Пленка пищевая 30 сантиметров, 7 микрон. Здесь всего 200 метров этой пленки. Производство России, 88,50. Это новая поставка. А сейчас, уважаемые подписчики, я займу немного вашего времени. Хочу познакомить вас с моим заказом с парфюмированного сайта PD Paris. Я уже не первый раз заказываю на этом сайте и никогда своим подписчикам не рекомендую то, чем сама не пользуюсь или что мне самой не нравится. Это не аналоговая парфюмерия. Это ароматы, созданные с нуля, но они максимально похожи на классические ароматы, которые мы покупаем в других парфюмированных магазинах. В этот раз я заказала 4 аромата, 2 себе и 2 своему мужу. Особенно хочу отметить вот этот аромат. Он пришел в стекле, здесь 100 мл, и это аромат Invictum Paco Rabanne. The One, это Dolce & Gabbana. Мне тоже он очень сильно нравится. Это мужской аромат, повторюсь, для моего мужа я заказывала. И он тоже очень стойкий. Он пришел в пластике, удобная упаковка. Можно всегда кинуть в сумочку, здесь 50 мл. Для себя я заказала 30 мл аромата La Vie Belle от Lancôme. Я как раз к нему присматриваюсь. И большую упаковку 100 мл в пластике мне прислали еще аромата Gucci Guilty Parfum. Эта покупка очень хорошо сэкономит ваш семейный бюджет. Повторюсь, я никогда не советую то, чем не пользуюсь сама. Поэтому попробуйте, вам точно понравится. Тем более сейчас все мы выходим в офисы, на работу. И расход ароматов большой. Так что очень рекомендую. Ссылочка будет внизу в описании на этот классный сайт. В этот светофор привезли вот эти классные боксы с крышкой на защелках. 12 литров, 192,59. Уже поступают отзывы на эти боксы. Очень удобные. LMR Plast производит.
И самый плюс для меня лично, например, что этот бокс идет пищевой на защелках. Также в этот светофор привезли корзины для белья с крышкой 48 литров, 400 рублей, 92 копейки цена этих корзин. И здесь корзины немножко другого дизайна, нежели в Шушарах. Там были корзины бежевого цвета с орнаментом огурцы и коричневые, темно-серые корзины с такими капельками. Здесь вот такой рисунок. И корзины есть в темно-коричневом цвете, вот она. И точно такой же дизайн у бежевой корзины. Но по количеству скажу, что их не очень много. Единственное, что меня вот сейчас смутило, смотрите, пластик здесь тонковат, как мне кажется. Вот в темно-серых корзинах, в Шушарах, там вот так пластик не гнется. Новое средство пока без цены. Полироль для приборной панели «Ваниль». 15% выгоды. Производит Калининградская область. И эта полироль придает блеск и защищает от пыли приборную панель и детали салона из пластика, дерева и кожи. Здесь по объему 650 миллилитров. Чудесный контейнер фарфоровый с вакуумной крышкой 600 миллилитров, который рассматривали мы с вами в Шушарах, приехал и сюда. 164,90, производство Китай. И уже несколько подписчиц мне написало, что этот контейнер очень классный и удобный. Фарфоровая вот эта мисочка очень многим понравилась. Вот эти минажницы, блюда, тоже показывала их в Шушарах. Приехали сюда. 25 сантиметров диаметр этой минажницы, фарфоровая, 204 рубля 14 копеек. Скажу, что в Шушарах разобрали их достаточно быстро, особенно вот эти 5-секционные минажницы. Они здесь еще есть вот такого вида. Обратите внимание, мне подсказали подписчики, что это блюдо можно использовать просто как большое блюдо для вторых блюд. То есть, например, вот здесь гарнир, здесь какой-то соус. И обратите внимание на вот это блюдо «Лаган» 30 сантиметров, фарфоровое, 413 рублей. В Шушарах показывала это блюдо, там оно темно-синего цвета. Здесь даже, мне кажется, расцветочка поинтереснее будет. Производство этого блюда Китай. И что самое прекрасное, в этом же магазине вы можете найти вот такие тарелки глубокие фарфоровые 74-34. И всем любителям восточной кухни предлагаю приобрести вот такой набор. Например, вот это блюдо, вот эту тарелочку, блюдо 413 рублей, вот эта тарелочка 74 рубля. И такая мисочка, которая прекрасно подойдет и для плова, и для лагмана, и для любых восточных блюд, она стоит всего 80, так, сейчас скажу вам, 84 рубля вот это, а это 74. И таких вот наборчиков маленьких можно приобрести 6 штук, например. И у вас получится великолепный восточный комплект. Очень многим подписчикам понравились вот такие блюда для лимона. Стеклянная с крышкой 10,5 сантиметров. Приезжайте в этот светофор. В Коммунаре здесь они есть. Стоимость этого блюда 90 рублей 32 копейки. Еще раз покажу вот эту термобутылку 450 миллилитров с LED-индикатором температуры. 354 рубля. Подробно мы ее рассматривали в прошлом моем обзоре. Что хочу сказать? Одна девушка мне написала, что, в общем, индикатор температуры очень быстро перестает работать. Часы кухонные электронные в наличии здесь есть, могут пригодиться сейчас во время заготовок. 7 килограмм 244,26, 7 килограмм максимальная нагрузка на эти весы. Много интересной посуды сегодня в светофоре. Салатник стеклянный 23 сантиметра его диаметр, 2 литра объем, очень тяжелый, 162 рубля стоит этот салатник. Это вот как раз из тех покупок, которые можно делать в светофоре, и никто никогда не догадается, что он стоил 162 рубля. Но я ему так вот на первый взгляд даю рублей 500-600 по цене. Тортница с защелками белого цвета приехала в этот магазин. Палет еще пока не успели разгрузить, обязательно укажу цену на эту тортницу. Размер ее где-то 25 на 25, высота здесь, наверное, 15 сантиметров. Защелки очень хорошо закрываются, производит ее Московская область. Другие светофоры я тоже видела эти тортницы
привезли. Еще одна интересная новинка – это вологодские опилки-стружки. Они подходят для дачи, для тех, кто держит животных, и для тех, у кого есть автосервис. Влажность 12%, состав здесь ель и сосна. Всего здесь 10 килограмм этих опилок и 150 литров объем. Привезли еще вот такой набор контейнеров. Все они складываются в самый большой контейнер. Его максимальная риска здесь 1 литр, 100 миллилитров, 800 миллилитров и 600 миллилитров. Пластик у этих контейнеров пищевой, подходит для мытья в посудомоечной машине. И температура применения этого контейнера тоже написана от плюс 90 до минус 40. То есть спокойно в этих контейнерах можно замораживать, например, зелень или ягоды. Все они складываются вот в этот один большой контейнер. Цену тоже постараюсь указать. Напиток слабоалкогольный газированный. Показывала его в прошлом своем ролике. 115 рублей 40 копеек. 900 миллилитров. Здесь 7,2% алкоголя. Интересно, что палет уменьшается по сравнению с прошлым моим приездом. И здесь основной вкус манго. Некоторые товары еще не успели выложить. Ну, вот эта новинка, например. Но такие машинки мы с вами видели уже в Шушарах. Это простой набор из 6 машинок. Ценник тоже постараюсь указать на эти машинки. Производство у них Китая видно. Вот коробка только что привезли. И вот эти игрушки тоже мы с вами, умный питомец, видели в Шушарах. Здесь единорог и собачки. Мои глазки с подсветкой. Я могу бегать. Умный питомец. Движение, световые эффекты, звуковые эффекты здесь. Но повторюсь, для работы этой игрушки нужно две батарейки типа 3А, и батарейки садятся у этих игрушек очень быстро. Еще один неразгруженный палет сейчас здесь стоит, и здесь вот я вижу абсолютную новинку. Это органайзер для холодильника. Прозрачный, размер его 20 на 30 и на 10 сантиметров, он идет с крышкой. А в ассортиментной линейке этого производителя есть разные контейнеры. На самом деле это очень классная идея, нигде не видела таких органайзеров еще. 10 на 30 и на 5 есть еще у этого производителя органайзер, его объем 1 литр. Есть органайзер высокий, 10 на 30 и на 10 сантиметров, он 2,2 литра идет. Вот этот, который я держу в руках, органайзер, он 5 литров объема, 20 на 30 и на 10 сантиметров, изготовлен из полистирола. Очень классная штука, я его, пожалуй, даже сегодня себе возьму. Дам обратный отзыв на вот эти комплекты наволочек и комплекты простыней производства Пакистан. Мне написали, что быстро образуются на них катышки. Что вы по этому поводу думаете? Потому что я помню, предыдущие отзывы были наоборот. Мне писали, что вот именно вот эти Пакистан производства наволочки, они достаточно хорошие. 50 на 70 и 70 на 70 есть комплекты. 223 рубля. Ну а простынь стоит 395 рублей. Здесь тоже разные расцветки. Тоже производство Пакистан. 1,60 на 2 метра. На прошлой неделе в этот магазин довезли комоды. Кому нужны? Вот он, комод. Венге дуб молочный, классический, как и всегда. Он есть в наличии, 2830 рублей. Обувницы тоже есть, 1858 рублей. И на прошлой неделе также привезли вот эти. Мешок груша, размеры XL, весом 2,5 килограмма, цена 1095 рублей. Комплект развивающий стол и стул, азбука 1314 рублей. Судя по количеству, потихоньку их разбирают. Сделано в России, Ижевск. Подробно показывала эти комплекты. Просто не в Шушарах, не на Московском шоссе, а также в Антилево, по-моему, этих комплектов нет. В холодильник зашла сейчас. Из-за новинок, которых нет в других магазинах, это сыр плавленый с ветчиной «Президент». 280 грамм, здесь 133 рубля 77 копеек. Крылья куриные по-домашнему. Первый сорт 1 килограмм 245 рублей, производство Россия, а именно Тверская область. Мясопродуктов сейчас очень много. От Черкизова привезли колбасу «Модерн» 446 рублей. 28 копеек цена за килограмм. Все остальное я уже показывала. Сейчас есть специальное предложение на вот этот йогурт двуслойный. С вишней, киви, черника, я вижу только вариант с киви.
7 утра он называется. Вкусные кусочки киви здесь. И за две упаковки вы сейчас отдадите 70 рублей 48 копеек. Соус Балтимор есть в наличии. 400 грамм 56,64. Есть вариант соус с лесными грибами, луком и петрушкой. Сырный соус с сыром чеддер и сливочно-чесночный соус в наличии. В других магазинах пока не видела смесь для смузи. 1 килограмм 177 рублей производит Ивановская область. Снова прорекламирую попкорн сладкий 500 грамм Красный город. 90 рублей 27 копеек его цена. Пишут, что вкусный попкорн по достойной цене и плюс объем. За такую цену это просто классно. И я подтверждаю, что попкорн вкусный. И привезли много луковых колечек. 150 грамм, 35, 24 тоже вкусные. Не проходите мимо трикотажа. Здесь тоже много всего подвозят. Например, плед фланель. Жаккард теснение стрижка. 2×2,20. Плотность 290 грамм у этого пледа. 940 рублей 46 копеек. Здесь эти пледы есть в разных расцветках. И белые. И вот такие золотистые пледы, и благородный синий цвет. А также в наличии сейчас на матраснике 1,60 на 2 овечья шерсть. 820 рублей. Так я не дождалась отзыва. Но на матрасник меня даже в магазинах иногда спрашивают: а вы покупали на матрасник? Нравится он вам? Ну вот отзывов почему-то я пока не получила. Напишите, нравится он вам или нет. Здесь 40% овечья шерсть и 60% полиэфирное волокно. Ну а на этом, уважаемые подписчики, я хочу закончить свой обзор в этом магазине. Сейчас много классных новинок. Я вот уже схватила контейнер для холодильника. Наверняка многих хозяек он заинтересует. Есть прекрасная посуда в восточном стиле. Порошок вьюга в наличии. К сожалению, сегодня нет овощей, не увидела и фруктов. Вот контейнер. Пластиковый, очень классный. В общем, приезжайте, не забывайте подписываться на мои группы в социальных сетях, ВКонтакте, на Дзене. В Телеграме у меня также есть канал. До свидания, до новых встреч, до новых обзоров. Пока-пока.